Здравствуйте, друзья мои. Это моя максиллярия Шункериана. С такими маленькими черными цветочками должна быть. Вот растет она у меня уже 2 года. И собиралась ее вести 6 ноября в наш местный орхидейный клуб. Спрашивать, по какой причине до сих пор она не цветет. Стала осматривать растение свое, и вот, кажется, обнаружила цветонос. Представляете, друзья, это цветонос. Потому что корешки, вон, видите, корешки? Корешки у нее выглядят по-другому. Они тоже сиреневенькие, зелененькие. Но вот это не новый рост, потому что я тоже знаю, как они выглядят. Это цветонос. Я так рада, когда распустится. Будем смотреть, какой он будет. Крупненький или мелкий. По идее, мелкий должен быть, но посмотрим. Так, продолжаем запечатлевать развитие бутона. С этой стороны, наверное, лучше видно. Вот, вот он какой. Бутончик уже такой набрался. Ждем, ждем, когда откроется. Здравствуйте, друзья! Сейчас мы вместе с вами будем пробовать снять цветочек моей шункерианы. То, что она черная, это ничего не сказать, она действительно черная. И невозможно камерой передать, как у нее нижняя губа. Она прям такая мохнатая, там ворсистая. Очень тяжело заснять, потому что темный цветок на фоне темного грунта заснять крайне сложно. А он еще тяжеловат для тоненькой этой ножки своей и опускается вниз. Очень тяжело заснять. Вот отсвечивает от губы, от ворса на губе. Отсвечивает свет. Вот такая чернушечка. Она действительно черная. Камера дает чуть-чуть бордовинку, но нет, она реально черная. Очень темный цветок. Очень. И очень красивый. Внутри губа ворсистая. И прям такая, как махровенькая. Очень интересный цветочек. Не знаю, поднимется ли верхний лепесток. Хочу сейчас заснять. Мало ли, вдруг она больше не будет как бы прираскрываться, чтобы не упустить момент. И снять это, запечатлеть. Вот такой красивый цветок, абсолютно черный.